Очень просто снять мерки дома. Вам понадобится сантиметр и помощник. Чтобы приобрести идеально сидящее белье, встаньте прямо, не отвлекайтесь на правильную осанку и не втягивайте живот. Лучше всего снимать мерки в одежде из тонкой ткани. Снимая мерки для бюстгальтера, не надевайте бюстгальтер с подкладками или жесткими косточками, так как это может исказить измерение. Если вы снимаете мерки сами, встаньте боком перед зеркалом, чтобы видеть, что сантиметр располагается горизонтально во время снятия мерок. Сантиметр не должен врезаться в кожу и не должен быть слабо натянут, чтобы сползать. Итак, начнем. Следующие мерки являются основополагающими для нашего белья. Встаньте в естественную позу. Немного расставьте ноги и расслабьте руки, опустив их вдоль тела. Чтобы измерить обхват шеи, поместите сантиметр на самую середину. Помните, что все мерки снимаются сбоку, чтобы следить за уровнем положения сантиметра. Обхват бицепса измеряется в области между локтем и подмышечной впадиной. Для этого расслабьте руку, вытянув ее вдоль тела. Для оставшихся измерений держите руки перед собой, ноги все так же немного расставлены. Обхват груди измеряется по линии сосков. Лучше всего придерживать сантиметр у соска, чтобы лента не сползала. Для мужчин замер обхвата груди производится в таком же положении по линии сосков. Обхват под грудью измеряется прямо по линии пояса бюстгальтера. Измеряйте, начиная сбоку, чтобы следить за уровнем положения сантиметровой ленты по линии измерения. Легчайший способ найти талию – сделать наклоны в стороны и отметить линию сгиба на боках. По этой линии и производится замер обхвата талии. Другой способ – приложить два пальца чуть выше пупка. Сантиметр будет располагаться прямо над этой точкой. Обхват бедер измеряется по самой широкой части, включающей ягодицы. Легкий способ обнаружить линию бедер – приподнять ногу и поставить ее на невысокую табуретку. Так вы увидите линию сгиба. Обхват ноги у бедра измеряется в самой широкой части, ближе к области паха. Немного расставьте ноги, сантиметровая лента не должна врезаться в кожу или сползать. И, наконец, объем ноги в области икры также замеряется в самой широкой ее части. Главное, не сокращайте икроножную мышцу при замере.